Итак, посмотрите, мои дорогие, что у нас в итоге получилось. А получилось у нас красота. Десерт под названием «Новогодний вечер». Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала, в сегодняшнем видео готовим очень вкусный новогодний десерт под названием «Новогодний вечер». Готовится быстро, получается вкусно, сытно, необычно. И гости оценят, и вы оцените, и на каждый праздник будете его готовить. Итак, из чего же он состоит? Для десерта нам понадобится бисквит, который я испекла заранее. Рецепт бисквита вы можете найти у меня на канале. Пропитка любая, у меня в холодильнике была пропитка вишневая, поэтому буду ее использовать. 3 небольших киви, 50 грамм сахарной пудры, вот такое небольшое количество шоколада, сливки 250 миллилитров, охлажденные, и миска, в которой находятся сливки, тоже охлажденные, это обязательно. Вот у меня в бокалах здесь находится желе. Я его разлила заранее, еще вечером. Оно застыло. Теперь можно продолжать работу. Кстати, желе у меня киви. Разливать желе вы все знаете как, это просто. А если не знаете, все написано сзади на пакетике. Итак, берем бокал. Один бокал, и в него добавляем небольшое количество нарезанного кубиками бисквита. Вот так. Чтобы бисквит в десерте получился вкусным, его нужно пропитать. Это обязательно. Как я уже сказала, пропитываю вишневым сиропом. Заливаю вишневый сироп, буквально небольшое количество, вот так. Поливаю весь бисквит. Так проделываю со всеми бокалами. А теперь нарезаем киви. Выбирайте киви, чтобы они были спелыми. Чем спелее киви, тем они слаще. Нарезаем кубиком. Нарезанные киви отправляем в бокалы. Сверху бисквита распределяем. Кстати, такой десерт можно приготовить не только с киви, можно с клубникой, с мандаринами, с апельсинами. Но если будете использовать, например, апельсины, тогда заливайте апельсиновое желе. Мандарины – мандариновое желе. А теперь приступаем к крему. Делаем крем из сливок. 250 мл охлажденных сливок взбиваем с сахарной пудрой на высокой скорости до плотных и устойчивых пиков. Взбитые сливки я отправила в кондитерский мешок. Теперь можно ими украшать наш десерт. Украшаем. Посмотрите, какая красота получается. Главное, чтобы вы правильно взбили сливки. Сливки взбиваются на высокой скорости 5 минут. И плюс ко всему этому вы должны помнить, что сливки должны иметь жирность не менее 33%. Готовый десерт украшаем натертым шоколадом. Я сделала стружечку и украшаю ею. Посмотрите, как нарядно, как красиво и вкусно. Итак, посмотрите, мои дорогие, что у нас в итоге получилось. А получилось у нас красота. Десерт под названием «Новогодний вечер». Обязательно приготовьте, удивите всех своих родных и гостей. Благодаря кислинке, которая находится в киви, а также благодаря взбитым сливкам, нежным и пышным, и пропитанному бисквиту, этот десерт самое во. Обязательно приготовьте, не пожалеете. А также напишите мне, какой десерт готовите обычно на новогодний стол вы. Задавайте вопросы, буду отвечать. Оставайтесь со мной всегда вкусно. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!